делаем для наших баранчиков. Помещение, я сломала перегородки, здесь у нас щенки были, я всех убрала, теперь у нас здесь будут бараны. Все, и сейчас будем делать для малышей балкончик вот там. Стенку новую сделаем и двери, чтобы запах туда от баранов не шел. Вот это все уберем, закроем наглухо, чтобы запаха у малышей не было. Вот, а здесь у нас будут баранчики наши. Так, а ты как туда залез, бараш? А? Бараш, что ты смотришь, а, козленок? Ты думаешь, если ты потопчешься, другие есть будут? Чудовище. Так, ладно, ребята, наши баранчики. Все, слава богу, всех баранов кастрировали, больше рождаться не будут. А то мы один год упустим. Ребята, только постоянная проверка, только постоянный контроль. Тогда будет порядок. Без этого, ребята, не будет. Сейчас сделаем, все будет хорошо. А пока мелочевка носится вот здесь. Пока бараны на улице, мелкие здесь побегают. У них здесь тепло. Сейчас здесь балкончик сделаем для самых маленьких. Все будет хорошо. Детям лишь бы беситься, да? Лишь бы беситься, мои хорошие. Сейчас все сделаем. Сейчас, ребята, все перестроим, переделаем здесь немножечко. Вот, чтобы было аккуратно. Перегородочки маленькие, которые для коз, для ягнят были, я сломала. Теперь будет одно большое помещение для баранов. Вот, потому что их много. Вот. Да, мои хорошие? Ну что? Интересно? Да, маленькие дети. Какие они любопытные, какие они смешные. Да? А это, ну, кто еще любопытный следующий? Ух ты! Ух ты, целый козлик стоит! Да, 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 да. Да, красавчик? А там другая красота стоит. А вот барашки все на улице пошли. Сейчас. Да. Что? Сейчас все поместятся. Это, ребята, у нас щенки так быстро подросли. И у нас здесь их почти 18 штук. Понимаете? И надо было, я посмотрела, а у них маленькое узкое местечко, а остальное болото. Поэтому пришлось вот так сейчас переделывать все. Так, ребята, сразу... Подожди секунду, подожди, подожди. Сейчас он там... Так. Все у нас зашли, нет, или еще не все? Еще не все? Но зато сошли греться. Скажи, вы нам не мешаете, да? Ладно, сейчас, ребята, сделаем. Насыпем много сена, и будет тепло. Сейчас только сделаем. Сейчас сена побольше, этого мало. У нас нет корма для малышей. У нас просто нет корма для малышей. Корм для взрослых вызывает у них понос. Да, дети? Привет, мои хорошие. Мамины. Мои красивые. Малышей все бросили. Кормить нечем. Дети голодные. Дети голодные. Нам нечем засыпать вольеры. Дети голодные. Это они все собрались, они ждут, что я им дам что-то поесть. А мне нечего дать. Когда-то я верила в сказки, что в России живут самые добрые люди. Мне понадобилось 65 лет, чтобы понять, что это ложь. Ненавижу всех людей, которые так плохо относятся к животным. Я их просто ненавижу. Жадные. Это те малыши, которые были у меня на капельнице. Кого я промывала? У них характерная расцветка. Да? Мордочки покажи. Видишь, какие смешные. Пушистые серые стали... просто серебристыми. Это не все. Подожди, а где остальные? Так, вот так, да? Спрятались? Холодно, ребят.
Хотя там холодно. Там никого. Этот здесь сидит. Там. Ребята, как могли, утеплили. Да, красавчик? Друзья, что такое счастье для ребенка? Это быть сытым и согретым. И подлеченным. Да, мои красивые. Друзья, как бы тяжело ни было, взываю к вашей человечности. Помогите детям. Ну, дети, попросите сами. Попросите. Да, давай лапку сюда, давай. Ты мой золотой. Скажи, дайте, пожалуйста, кусочек. Дайте, пожалуйста, кусочек. Очень просим, скажи. Очень-очень просим. Умница моя. Просим.